Здесь предоставлено изделие, это американская разработка, называется SolarMill, солнечная мельница. Это гибридная солнце-ветер-установка, которая вырабатывает электроэнергию, как это сейчас, альтернативную. В ней есть два преимущества. Первое преимущество, как вы наблюдаете, вот она сейчас вращается абсолютно бесшумно. Другие ветряные, типа флюгерные, типа вот эти, они издают низкочастотные вибрации, что вредно для... Кроты убегают, червяки расползаются, трава не растет. Шум. Шум низкочастотный, жить возле него невозможно и так далее. Поэтому эти ветряки как бы особо не пользуются популярностью. Вот это как раз образец того, что можно ставить хоть на крыше детского садика, где угодно, он бесшумный. Во-вторых, он не требует какую-то мачту, какую-то дополнительных расходов. То есть вот эту тумбочку ставишь на любой крыше, и у тебя вот, природа так устроена, у нас или солнце светит, или ветер дует. Здесь оно собрано в одно целое, то есть в зимнее время мы получаем электроэнергию в основном от ветра. В солнечные дни, естественно, как работают солнечные станции, всем известно, рассказывали, в общем-то. Ну и, скажем так, как отдельное изделие, это вот впервые вообще в мире оно есть, продается, можно купить, поставить на дом, на усадьбу, на где-то удаленные места, там где или тяжело, или невозможно протянуть электроэнергию, какие-то, может быть, строительные там домики, которые где-то там в поле строят, какие-то вот, ну, что-то такое. Конкретно эта модель может при хорошем ветре и солнце выдавать 1.75 кВт электроэнергии. Через инвертор накапливается на аккумуляторе, и когда нету ни солнца, ни ветра, ты берешь энергию от аккумуляторов. Ну, или если есть какие-то природные ресурсы, то, соответственно, имеешь тоже электроэнергию, подзарядить телефон, телевизор, холодильник подключить. Ну, да все бытовые вещи, которыми мы привыкли пользоваться в повседневной жизни. Здесь на стенде предоставлены зарядные станции переменного тока и постоянного тока. Это 60 кВт, это зарядные станции, они могут быть как в виде столбиков, вы видите, на два рукава, на один рукав, ну это по потребностям. В двухрукавном два типа зарядных пистолетов, тип 1 это машина американского рынка, тип 2 это машина европейского рынка. Там 7 кВт он дает, там 22 кВт выдает. Или можно сделать, если там для домашнего использования, то один рукав, ну, если ты не автоматически используешь. Или вот, скажем так, навесной вариант того же, ну, все то же самое, только возле стенки. Этот столбик удобен, там 4 метра этот кабель растягивается, то есть можно 4 машины, которые вокруг него стоят, можно их все как бы обслужить. Это украинское производство, все здесь сделано. Это Запорожье, Лекарпов.